В Карагандинской области число краж снизилось на 30%. Тем не менее, подобных фактов в этом году там зарегистрировали более 2500. Правоохранители отмечают, в общественном транспорте продолжают орудовать воры-карманники. Охотятся они не только за деньгами, но и документами. Их злоумышленники потом используют в мошеннических схемах. В настоящее время продолжаются меры по оснащению камерами видеонаблюдения всех автобусов, расположенных на территории области. Мерами надзора в адрес местных исполнительных органов направлено представление, по которым принимаются меры по закупке этих камер наблюдения.